Приехал в Украину в 87 год. Тогда еще маленький был, мне 20 лет. Учился 2 года в училище Эглера, на класс скрипки играл. И поступил в Институт культуры и очень сильно увлекался играть на фортепиано. И у меня свои произведения даже в институте находятся, которые я написал. В Институт культуры в архиве есть. И после того Советский Союз развалился, и жизнь стала вообще совсем другой. И решил остаться в Украине, работал как переводчиком. Очень много сейчас прилетают сюда, в Украину учиться. Я думаю, что они будут очень много, еще может не выдержать Украины, столько народа будет. Я учился, я знаю, что образование в Украине очень сильное, очень хорошее. Есть врачи, которые закончили в Украине у нас, в Украине, да, из Йемена. Они сейчас хирурги работают в Лондоне. Понимаете, если учеба здесь была слабая, он бы не мог туда ехать и работать. Многие приглашали людей из арабских стран, лечились в Украине. И очень выдающиеся врачи здесь очень большие, очень хорошие. Это не комплимент, но я потому что сам своими глазами видел, как они операции делали, даже стоял с ними во время операции. 99% было все операции удачно. Я защитил диссертацию по международным отношениям между Украиной и арабским миром. Мой проект в Украине, чтобы укрепить отношения между Украиной и арабским миром во всех сферах. Создал вот культурный центр. Когда открыл его, называл Международный арабский культурный центр в Украине. Сейчас нам приглашают в Арабские Эмираты, в Чарли, чтобы мы представляли Украину. Сделали выставку чисто украинская. Это нам трудно, это, наверное, мы можем и к вам обращаться, когда это будет готово, обращаться к вам, чтобы вы нам помогли, что, как это сделать, как это организовать. Почти вот это то, что мы занимаемся, и дальше двигаемся. От этого культурного центра открыли школу. Работает под программа «Йеменская республика». Это под Министерство образования Йемена. И учит эта школа с 1 класса по 12 класса. Международная арабская школа в Украине. Я украинский язык плохо знаю, потому что при Советском Союзе, когда приехал, тогда не было украинского языка. И сложно сейчас, чтобы успеть его учить. А сейчас дети маленькие уже говорят по-украински, у меня в школе арабский знают. Когда будет посольство, тоже будет больше обороты в экономическом мире. Когда посольство находится в любой стране, это начинается движение. И побольше визит. Надо, чтобы украинцы поехали в арабские страны, арабы, допустим, на высшем уровне. Я имею в виду допустим, министры, директоры, ректоры институтов. В Украине вообще не ощущается, что есть разница между религией. Здесь народ работает и вперед. В Украине относится к религии очень как должно быть. Там народ у нас добрый, тут народ добрый тоже. Я расскажу вам одна вещь, которую не могу забыть ее. Когда я был студентом в Институт культуры, был какой-то праздник украинский. И в общежитии был я один в комнате был. А вдруг заболел я. У меня температура очень сильная была, большая, никого нет. Стучала ко мне девушка, там, соседка. Никого нет. Я думал, что только я один в этот этаж, потому что праздник. Еще, спросит соль, что-то. Видела, что я болею. Что с собой, я говорю, температура у меня. Она взяла водку, ветераты, это самое, пока до утра сидела возле меня. Поэтому это очень трудно забыть. Это лет, сколько там уже, наверное, 15-17 лет назад, но я не могу забыть, каждый раз вспоминал, как вчера. Я был в Харькове, был в Одессе, в Виннице был, в Житомир был, в городе Коростин, тоже это супруга там туда. И больше нет.
Потому что нет времени. И когда даже работаем, или у нас какие-то работы в другой город, ездят мои сотрудники туда поработать. А я сижу здесь, занимаюсь своим делом. То, что случилось в Украине, это никто не ожидал. Но мы надеемся на лучшее. Потому что Украина находит ее местоположение очень хорошее в Европе. Поэтому, видите, замораживала сейчас дела, что-то, но не так совсем не горит, понимаете? Потому что она всех будет, этот огонь всех будет трогать, понимаете? И Польша, и Германия, и все получат от этой проблемы. А во-вторых, вы знаете, экономическая проблема международная, когда и появляется, это отражается на всех, как сказать, маленьких стран, мы будем называть, потому что есть страны, которые... как Америка, как Британия, это считаем большие страны, а маленькие страны, как Украина, как Белоруссия, как это, в любое время может какой-то конфликт, но это потом это отражает от народ сам, как он относится к этому. Если он ему не нравится, это никто не сможет делать между ними. И не возбуждаться так сильно на эти темы, потому что эти темы возбуждают больше всего не снутри, а за границей. Поэтому спокойно, и все будет хорошо. Если было плохо, я бы сами Бербер сказал, что я бы убежал сюда. Ну, Новый год, этот праздник очень влияет на нас, даже на меня самому. Что как выходишь, заканчиваешь один год, выходишь в Новый год. И Украина украшает весь город, так тоже это очень сильно поднимает настроение. Ну, как будто очищается все. Надо по-новому уже работать. Когда ходим, допустим, на Новый год, смотрим, люди так веселые. Ну, я привык уже, народ веселый, добрый. И желаю им счастья, здоровья. И говорю им, не говорю, даже обещаю, что у них будет спокойно. Что они и в Донбассе, и везде будет спокойно. Я обещаю Украину, что мы поддержим ее в экономической, и в культурной. Пока мы еще... на место.